Сегодня хочу представить вашему вниманию такой великолепный белый лук стерлинг. Это лук среднепоздний, для непродолжительного хранения, высокоурожайный. Мы видим, да, какая текстура. Салатный лук. Хранится, как правило, до марта месяца. Отличительная особенность этого лука – высокая устойчивость к поражению. То есть лук на солнце не меняет цвет, что очень важно для продажи его в сетях. Самое основное у белого лука, чтобы он был идеально жемчужного цвета. А, и тут мы видим каждая луковица. Каждая. Мечта хозяйки. Отлично. Однозачатковый. Шикарный лук, советую для выращивания. Урожайность по годам при оптимальных условиях доходит до 140 тонн. Из реального на этом поле мы видим урожайность выше конкурентов. Здесь порядка 100 тонн урожайность этого лука стерлинг. Стерлинг F1 от компании Агросимцентр. Отличный выбор. Давайте на этом закончим.